А это уже другие животные. 45-летняя Анита Цой оседлает дракона. В своем новом шоу она предстанет в образе Дейенерис, прирожденной из «Игры престолов». Главную фишку премьеры певица показала лайфу на генеральной репетиции. Зовут дракона Hero, что в переводе означает «герой». Он прилетел в Москву из Австралии вместе с автором, который и придумал этот проект. У шестиметровой декорации очень сложная технология. Дракон может особым образом передвигаться. Певица даже планирует полететь на нем над сценой. Но тех, кто «Игру престолов» и «Драконов» не жалуют, Анита Цой намерена удивить эффектным японским кимоно, которое будет на ней. На нем будут распускаться цветы в процессе шоу. И в одном из номеров певица сама появляется из цветочного бутона.